Ну что, друзья? Вы скучали по Жеге? Видите, сколько ужинки? Много пива. Это еще немного. Друзья, это еще немного. Это совсем малость. Я сегодня после тяжелого трудового дня, вернее ночи, поэтому я решил набрать пивка. Видите, вредные привычки — это очень плохо. Не надо курить, а тем более, как я, докуриваю до фильтра почти всю сигарету. Так вот, друзья, я в этом видео ни в коем случае не призываю вас к дурным и вредным привычкам. Наоборот, я против курения, против всяких гадостей. Но, как обещал, я сегодня хочу поснимать для вас новый видеоролик. Какой-нибудь интересный, который бы вам, друзья, понравился. Нет, вот так вот скажем, обязательно понравился. Ну и надеюсь, я алкаш Жека. Хотя, не знаю, алкаш я или нет, наверное, лозарь тунеядец. Такой вот распиздяй Жека. Для вас сегодня решил поснимать видосик. Видите, какая у меня ложка есть крутая, она мне досталась, друзья, от бабушки. Да-да, вам не послышалось, от моей родной бабульки, которой уже нет в живых. Но вот это вот ее наследие осталось, ложка. Иногда я могу постучать себе этой ложкой по лбу, по своей, слышите, пустой голове, как Винни-Пух пел песни. В голове моей опилки не беда. Вот, друзья, также в моей голове тоже опилки, поэтому я хочу вам еще раз сказать привет, мои дорогие друзья или подписчики, кто еще на меня не успел подписаться, подписываемся, ставим вот такой вот жирный, как эта ложка, большой лайк, а можно два. Мы обязательно какие-нибудь интересные комментарии. А, друзья, не забываем, кстати, нажать, вернее, колокольчик, видите, я уже совсем опьянел, наверное. Совсем уже я распустился. Так что я хочу вам сказать, друзья. Друзья, а также не забываем нажимать колокольчик. Вот. Это чтобы быть в курсе всех моих последних новостей, видосиков, которые выходят на моем YouTube-канале, друзья. Вот. Я, видите, зажмуриваюсь. Потому что ложка такая тяжелая, увесистая, и убить можно просто прям, и вся. И нету вашего Жеки, блогера, друзья. Вот, а мне бы этого не хотелось, мне бы хотелось для вас побольше каких-нибудь интересных роликов поснимать. Видите, я все крутую сидел, вот с пивасом. Что-то совсем я, друзья, разнервничался. Вот. Пардон, друзья, не повторяйте без, как это тогда, трюка, чьи какой-то трюк исполняют, не исполняйте мою отрыжку, друзья, вас просто сдует. Сегодня я хочу попробовать вот такой вот тортик. Помните, раньше был торт, он назывался «Сказка». А это как называется, кстати, я его купил. Тоже, кстати, друзья, «Сказка». Не знаю, магнитно или нет, торт «Сказка». Когда-то, когда я был очень маленьким, в далеком, придалеком СССР, это 80-е, я 82-го года рождения, друзья, 90-е годы, был такой вот вкусный торт, который можно было есть такой вот большой ложкой, как вот это. Вот, и сейчас я буду пробовать тортик специально для вас. Я очень его хотел, когда шел с работы, а сейчас что-то не особо хочу. Что-то не знаю. Видите, открыл крышку. Так, куда мне ложку, друзья, присобачить, приспособить? Положу-ка ее к себе на коленку. На мою лысую, друзья. Как моя голова, башка,
под шапкой, кстати, не видно под этой шапкой. Но она такая же у меня лысая, как эта коленка. Моя башка. Давайте попробуем. Нам не корешки, а вершки. Знаете, друзья, очень вкусный торт. Я на весь перемарочку. Я хочу эту ложку испробовать. Вот такой вот, друзья, торт. Я не буду сегодня его себе отмететом пачкать. Видите, я этой ложкой. Я не знаю, дотянусь от меня, нет? Друзья, знаете, тортик немного суховатый. Вот. И, конечно, не такой, как в СССР был. Он прям был, знаете, наверное, пропитан какой-то пропиткой, такой сочный-сочный. То есть ты его режешь, да? Тогда еще не ел его такой ложкой. Я еще не дорос до такой ложки тогда. Вот. И он прям сочный такой, да? Из него прям влага выходит. Вот. А этот он какой-то сухой, очень много крема, друзья. И, кстати, крем не сливочный совершенно. Блин, я все по зубам дал по ложке. Ну, не знаю, как. Ну ладно, как семен тут буду. Ну ладно. Я хочу, друзья, продегустировать этот торт. Кстати, делает его, знаете кто? Торт сказка от Ама. Какая-то Ама, короче, друзья. Ама. Блин, лимончик упал, друзья. Такой вот лимончик. Вкусный. Вот. Кстати, коробку, которую я хаваю, я тебе покажу, ее на помойке нашел. Коробка. У меня вообще почти целый. С помойки, друзья, видишь, какая коробка. Она классная, она как стол. У меня моя... Ой, чуть камера, друзья, наша с вами не упала. Тогда бы не было видосика. Вот моя, видите, фирменная подушка. Вот, теперь у меня есть коробка тоже с помойки фирменная. Это не со столика, друзья. Ну вот я, блин, не знаю, как вам показать. Вот я, наверное, не видно, блин, у меня операторы, видите, нет, я так мучаюсь. Ну вот, видите, сколько, и можно прям полторта зачерпнуть этой ложкой, да, такая крутая ложка у меня в лавочке осталась. Друзья, на самом деле я купил в магазине, не очень дорого отдал денег, всего лишь 302 бачей рублей. Вот, но ложка конкретная. Ложка конкретная. Вот. Вот мой предыдущий ролик. Подождите. Вот кусочек, видите, какой большой. Сейчас я буду пробовать. Друзья, вот так. Помните все мультик Домовенок Кузя? Как он наслаждался. Татонка, по-моему, он торт сказал. Вот я тоже ощущаю себя этим Кузей. Кузей, друзья. Кусок соуса, даже рот не давай. Надо его пивасиком протолкнуть. Не знаю, весь переморозился. Но это не беда, поскольку торт очень вкусный. Торт, кстати, друзья, действительно, но знаете как, наверное, из 5 баллов я бы дал баллов, сколько баллов, сейчас вот с соплями своими смешаю, вот, кто сейчас кушает, смотрит меня, на этот момент можете это, отключить звук, как я свои сопли, разбиваю соплями этот тортик, друзья, и пивом соплями, вот, короче, это не... Да сейчас вообще даже лимонад нет нормального, в принципе. Только пахнет лимонадом, а на вкус он вообще не лимонад. Также этот торт, друзья, он, блин, только называется сказка. Ни хера это никакая не сказка. Как, знаете, есть такая поговорка. Вернее, такая вот подъебочка маленькая. Кому подходишь, кто не жалости на жизнь, а ты ему говоришь, а ты что думал, ты в сказку попал, да? Вот, будь здоров, друзья, скажите мне. Поэтому я тоже не попал в сказку, как ожидал. Вот потратил 150 рублей, его по скидочке взял, он 300 стоил с лишним там, с копеечками. Вот. Но это совершенно не сказка, это
моя отрыжка, бля. Отрыжка, бля. Вот, которая, видите, может, я с пивом из того, что смешал. И получился такой тортик с пивасиком, с отрыжкой. Бля, друзья, я не знаю, друзья, ведь перемарывался, как это, бля. Как... Не знаю кто. Надо бы с отрыжкой в руками есть, потому что я... Ну, чисто у меня она в рот не залазит. Как бы я не хотел, не могу это все нужно пихнуть. Ну, тортик, вам скажу, в принципе, все пойдет. С чайком. А самое главное, в хорошей компании, я думаю, он вам зайдет. Вот, значит, как я в одиночестве его поглощать, вот, мне он не особо заходит. Боюсь потом это еще просраться. Но я думаю, вы это уже не увидите, а может увидите, может я камеру возьму. Жека снимет, как он предрисался, да, от пива и тортика. Блять, сука, видите, даже подавился, настолько сухой. Я когда-то где-то снимал тоже какой-то торт, не помню, я его даже, по-моему, на канал не заливал, не успел. Ударил, забыл, короче, про этот ролик, и почитал телефон, короче, всю информацию, и он нахрен, к чертям, блядь, еще шапка, наверное, спачкал. Короче, его ударил. Вот я тогда так же давился, короче, я сейчас этим тоже тортом горжусь, реально, друзья, горжусь. Потому что, ну, он реально, он невкусный, короче. Ложка крутая, да? Крышка крутая, да, шапка крутая, блядь, торт уже падает на пол, да. Кстати, что упало, друзья, то пропало. Жека крутой, вот, а тортик, я не скажу, что он крутой, он какой-то, ну, беспонтовый. На самом деле, производители вот этого торта, вот еще раз, если вам видно, друзья, зарубите себе на носу, что делайте его посочнее, поважнее, что ли, какие-то подпиточки туда, ну, я не знаю, кремочка, вазелинчика, смазочки, да, чтобы получше заходило, а так без смазочки не заходит вообще. Блин, я даже рот не могу, блядь, я не знаю даже, как учиться этой ложкой. Я купил эту ложку, друзья, я вас разыграл, на самом деле, какая не бабушка мне ее оставила. У меня бабушка оставляла такие ложки, на их ломбард отнес когда-то давно-давно. Шучу, я где-то потерял, пропил, наверное, уже не помню где. Вот, и у меня были такие ложки, они были меньше намного. Вот, это прям такая ложка, такая громадная. И, а видите, я такая узор, под мой стайл, русского парня. Сейчас как русские свиньи. Кто смотрит этот видос, да, наверное, из ближайших стран, но я не буду озвучивать все страны, какие, да, а может не из ближайших, может даже из океана, скажу, вот русская свинья сидит. Друзья, я не свинья, я медведь. А медведь, как известно, он вот так вот лапой нарвет и жрет свою добычу, да? Как я тортик. Расковыряет, а потом только начнет дегустировать и пробовать. Вот. Так же я сначала тортик расковыряю, а только потом начинаю его пробовать, дегустировать. Вот. Я же русский медведь, бля. Вот, друзья. Поэтому не залупайтесь на русских медведей. Вот. Знаете, довольно-таки нормальный тортик. Ну, блин, неудобно его срывать, хоть руками его ешь. Я даже не знаю. Блин, хотел ролик разъяснять, а получилось, наверное, какая-то лажа, да? Не ролик, а какой-то мне, не знаю, он уже не обладает торта, друзья, уже на полу валяется. Мне прям хочется взять его, сука. И себе взять, прям, вот так, взять этот торт, сука, взять его. Блин, размазать его. Может, это меня бесит. То, что он такой вот невкусный. Друзья, потратил 150 рублей. Российских деревянных, вот это говно, которое я даже есть не могу, я им давлюсь, короче. Это как, не знаю, ну сухую там это, ну поняли, да, со своей там, если кого-то есть любимая девушка, а может быть жена, а может быть любовница даже, да, вот, ну сухую, да, не особо приятно. Вот так же торт хавать на сухую. Начинаешь этот, сука, торт пивом забивать. Начинаешь им давиться, блин. Пиво вкуснее, чем торт. Представляете, хотя пиво-то оно невкусное особо. Не, оно вкусное, но оно... Ой, друзья. Ой, друзья. Оно... Вот, друзья, видите, как я уже давно не тортом, он у меня на полу, видите. Вот. Ну, что я могу вам сказать? Что я могу вам сказать? Что я могу с этим тортом, друзья, сделать?
Кстати, вот видите, розочки вот такие вот. Смотрите, я вам покажу сейчас розочки. Вот. Вот такие вот. Блядь, сука. Розочки, видите, да? Вот так, нет. Я еще не отмываться буду, наверное, не так. Друзья, кстати, представляете, я хочу с вами поделиться. Я обнимался. Знаете, с какого месяца? Сегодня у нас 22-е. Что у нас сегодня? 22 декабря, по-моему. Обнимался я. Вообще не обнимался, только мишку подмывал. Ну вот, и ноги. Голову два раза за это время помыл, кстати, в тазик. Вот. Где-то с октября, друзья, сколько? Месяца три я уже вообще душ не принимал. Хотя в другом ролике я вам поделюсь с вами ощущениями, как это, блядь, не мыться три месяца. Многие из вас неделю не могут там не мыть и ходить, а я уже три месяца хожу. Ну, я уже жрека, друзья. Вот. Ну, торт вообще говёный. Просто у меня когда маленький, блядь, сука, еще упал на пол. Ну и хрен с ним. Невкусный торт, его не жалко растоптать, да? Короче, у меня очень был. Мне всегда приходилось такой, там, прасский, знаете, раньше был. Шоколадный. С таким тоже сказкой приходил. Так это, сука, друзья, это была сказка, понимаете? Это была в детстве у меня сказка. А это, блядь, какая-то, не знаю. Это не сказка, это какая-то, блядь, плохая сказка, друзья, во, плохая сказка. Тут один этот соевый крем, я не знаю, какой он там, пальмовое масло, блядь, и все, и больше ничего здесь, даже вот, видите, ничего больше есть такого нету, ценного. Что тут хотите, кстати? Очень вкусный. Поэтому не знаю. Друзья, как заканчивать этот ролик? Наверное, не особо-то и длинный получился. Вот. Я все хочу, не знаю, какую тему для вас развить интересную. Что-то не настроение вообще нет. Какое-то пошивое настроение. Купил торт, он невкусный. Это как раз, вы знаете, если бутон варенье ему дали, да, который живет на крыше, друзья. У меня он, кстати, живет на крыше. Взлетает ко мне часто порчу. Вот такой окно у меня случайно говорит, Жека, открывай, давай катим по одной. Ну, как бы у меня всегда банка варенья стоит, да. Вы представляете, если я поставлю тухлую банку варенья, и может совершенно, ну, он обидится на меня. Ну, конечно, сначала подрастается, потом обидится и больше не прилетит. А где мне тогда по одной, друзья, пропускать? Вот. Белочка давно ко мне не приходит. Она про меня забыла. Она мне изменила, ушла кому-то другому, друзья. Покрасивее нашла кому-то. Зубами. Эй, без зубы. Вот, без зубы, Жека. Вот. А я зуб поставлю, когда я буду стримы вести, вы мне в донатах накидаете бабок. Деревянных российских, а можно и зеленых, американских. Вот. И если я поставлю обалденную улыбку, как голливудскую, да? Тогда, наверное, я уже буду не тот Жека, которого вы привыкли смотреть. Я, сука, торт такой жирный. Блядь, что-то меня уж тошнит, я боюсь, я еще проблююсь. Пиво, торт, пиво, торт, пиво, торт. Сейчас, друзья, я закурю, ладно, и заодно возьму салфеточки и вытру руки. Я здесь с вами. Где-то, блядь, тоже ходит. Вот. Я по тату уже, тут уже наследил, короче, тапочки даже, я не буду свои тапочки облизывать. На такого вот я еще, друзья, не дошел. Не дошел, Жека, до такого, чтобы свои тапочки облизывать. Вот. Я даже, видите, закурил с горя. Наверное, лучше я попью пивка для рывка, вот, чем буду этот студий торт хавать. Ну, как вы меня смотрите, да, наверное, кушаете, видите, вся ложка измазана, наверное. Вот. Вы, наверное, меня смотрите и скажете, блядь, что за ебанат? Какие-то это, блядь, какую чушь несет, какой-то торт притащил, какая-то раскладушка, да, беспонтовая, какая-то коробка вместо стола, тащи какой-то, блядь, долбоёб, сидит тут, что-то грузит нас. Друзья, ну, это же я, мне же не с кем пообщаться, я решил вас погрузить. Так что, друзья, не забываем ставить вот такие вот жирные лайки,
Обязательно, друзья, обязательно интересные комментарии. Ну и, конечно, кто не подписан, подписываемся на канал Жека, мой канал, нет, наш с вами канал Жека, друзья, наш с вами. Пусть когда не будет, а канал-то будет, он будет ваш уже, а не мой. Такое вот наследие маленькое, да? Вот. Что-то меня уже распирает. Пиво, торт, друзья. Какой долбоёб? Торт спивает пиво, только Жека. Вот. Еще, кстати, на работе у меня парнишка один такой реально так прогрузил конкретно. Лёха, тебе привет. На меня, кстати, сегодня вот сам на себя, друзья, людей подписываю, подхожу, говорю, слушай, ты, блядь, сейчас пощу тебе, блядь, понял, ты, блядь, сука, ты чё, блядь, ты на кого, блядь, а? На кого пасть открываешь, блядь, падла, блядь, ты чё, блядь, попутал, что ли, а, блядь, чертила, блядь, ну-ка давай подписывайся быстро, сука, блядь, иначе тебя, когда блюща, блядь, нахуй, сука, ну-ка давай подписывайся быстро и не забудь это колокольчик нажать, чтобы события всех моих быть, блядь. Понял меня, нахуй, блядь, еще, блядь, все зубы, блядь, подергиваю, блядь, моргал, сука, выгоню. И все, люди, друзья, на меня подписываются и смотрят потом, и лайкают, и комментарии ставят. Вот. И сегодня тоже, это, что-то, блядь, пару человек на себя таким способом, ну, типа того, подписал. Вот. Так что, друзья, конечно, по-доброму с людьми. Вот, я попросил просто подписаться на меня, они говорят, найди канал, там все, там посмотрели, поржали, есть анекдоты от Жеки, друзья. Вот. Кстати, тему про анонизм я так и это не завершил, короче, не доделал начатое, вот поэтому я обязательно отдельно потом ролик сниму, какой-нибудь серьезный такой, на тему, друзья, что нельзя своего слоника мучить. Вот, иначе потом слоник вас мучить начнет какой-нибудь во сне розовый. Вот, слава богу, ко мне пока такой слоник не приходит. Вот. К вам, надеюсь, тоже. Ну, может, кому-то и приходит. Но, ну, блядь, слава богу. Бля, я вот не знаю, даже, что с этим бычком делать. Что мне, друзья, его? А язык затушить? Нет, что-то. А, кстати, вот такая хрень можно сделать. Вы так умеете, а я умею. Вы представляете, я круче, чем вы, друзья. По-другому я круче, чем вы. Потому что я так умею, а вы так не умеете. А может, вам слабо? Блин, опять я вас вот это вот плохие привычки. Я же хочу, друзья, бросить курить. Вот. Но что-то пока не получается никак. Очень много в жизни у меня нервов, вот это все. Тортик невкусный. Там утро невкусное какое-то, блядь, без энергетика. Надо заканчивать пить, у меня шпичонка отваливается от них. У меня реально, друзья, реально я начинаю утро с энергетиков, сигарет. Вот с такой вот отравы, там тортики всякие жирные на пальмовом масле. Ну, так долго и не протянешь, ты постучу-ка я по своей, блядь, пустой голове, вот этой ложкой. Сначала обнижу я, а потом, блядь, сука, постучу. Да, сейчас я кондус себе вот так вот сделаю. Пальчики тоже, не суть, я не беру. Что для девочек касается. Поэтому, друзья, давайте, наверное, поставим этому видосику такой вот жирный лайк. Вот. Что с этим тортом? Вот. Давайте так, вот. Что бы вы хотели, чтобы я сделал с этим невкусным тортом, друзья, вот с этим вот невкусным тортом? Что бы вы хотели, чтобы я сделал? Отдал другу? Нет, наверное, вы бы так не подумали, ну вот зачем другу отдавать невкусный тортик, это неуважение просто, это, ну как, зачем друга обижать, там, кормить отравой, да, это все-таки друг, вот. Отдать родственникам, не, ну, у кого-то вообще их нет, да, родственников, их, в принципе-то и отдать получается некому, вот, а у кого-то они хорошие, зачем, ну лучше вкусным тортиком приехать в гости, да, что еще, пойти кому-нибудь подарить на улицу, да, тоже вариант. Ну кто будет есть там вкусный тортик, скажет, ты что нам вообще, слушай, парень, ты что, попутал что ли, да? Мы пойдем купим вкусный тортик, а чем ты нам невкусный тортик даешь? Вот. Какой вариант, друзья, остается? Давайте подумаем вместе. Наверное. Вот так вот, сука, сделать, блядь. Вот что тут его размазать, нахуй, сука, меня бесит, этот торт ебаный, блядь. Бесит меня этот торт. Я вообще меня все в жизни в этой бесит тупой. Вот. Шучу, конечно, друзья, шучу. Вот. Тост очень вкусный, но мне особо не зашел, как и вам, наверное. Вот. Бля, теперь я буду вообще не мыть грязную, бля. Ладно.
Короче, друзья, жмем такие жирные лайки, оставляем комментарии, ну и не забываем подписываться на канал, на наш с вами, друзья, канал, сука, только не подпишись. Я приду за тобой, понял, ночью нахуй, тебе форточку зарезал вместе с Карлсоном, блядь, и крылья обломаем нахуй. На Жеку, друзья. Вот, давайте, пока, я пойду блевать, блядь, мне что-то так хуёво. Тортик хуёвый, пиво нормально, тортик хуёвый, мне очень плохо. Давайте, друзья, я поблюю, покакаю, блядь, пойду продышусь, просплюсь, и мы с вами обязательно еще увидимся. Давайте, друзья, до встречи, пока.